такое дерево сделал. И ветки яблони залил в асбест ведрышком. Ведрышко вставил в этот горшок, засыпал керамзитом для утяжеления внизу. Щебенка мелкая. У меня три кота дома. Могут попроказничать и вернуть это дело. Потому пришлось утяжелить, как якорь сделал. С Алиэкспресса заказал эти веточки. Листики, вернее. Приклеивал на термоклей. Такие. Также пришли отдельно эти бутоны роз, тоже их на термоклей. Надо будет еще почистить от этого остатков. А так вроде бы неплохо получилось. Такая комната. Так смотрится. Мягко говоря, нормально. Мне нравится. Так. Вроде гармонично.